Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что ж, давайте потихонечку разбираться. Так, у нас ежедневные испытания есть. Давайте посмотрим, что у нас тут за задание. Так, неужели опять пряничный домик у нас идет в награду? И против нас 74 уровень. Так, ну подожди, а кого нам дадут для того, чтобы... Ага, в принципе, можно, ребята, рискнуть. Можно, давайте попробуем. Так, ну я тоже, во-первых, я возьму ведьму. Ведьму. Так, потом возьмем мы с вами, скорее всего, так, можно вот сколько? 4 персонажа взять, да? Мага-воина, и это само собой разумеющее, это даже не подлежит обсуждению. Потом, наверное, возьмем прыгуна. И кого же следующего нам взять-то? Прыгун. Так, Ронина я возьму. И, скорее всего, ребят, возьму баллисту. Не уверен, конечно, потому что там будет голова, да? Тыква-головы, точнее. Ну-ка, посмотрим. Ой, ёпрсте, тут, ребята, еще и чумная летучая мышь. Офигеть, у него тут командочка. Смотрите, у него тыквоголовый плюс чумная мышь. Ну, если даже прыгун будет как-то перепрыгивать, Ронин. Вся надежда на баллисту, что он будет как-то их спамить. Не знаю, ребят, давайте посмотрим. Я не уверен в нашей победе здесь, на этом этапе. Ну, я буду стараться, я же всегда стараюсь. Пряничный домик. Зачем он мне, в принципе, нужен? Я даже не знаю, ребята, что за суперудар у этого пряничного домика, потому что я его не испытывал. Так, я пытаюсь, ребята. Я знаю, что если ведьма у него выйдет, это будет жесть, конечно же. Ведьма у него намного круче, чем моя. У него фулл звезды там. Плюс 74 уровень, об этом стоит тоже не забывать. Так, я терплю, пока терплю, ребята. И выпускаю я, наверное, мага-воина. Мага-воина плюс. Вот так вот сделаем. Посмотрим. Опс. Ай-яй-яй-яй. А если мы вот так сделаем? Так, минус. Есть. Хорошо-то как получилось. Ой, тыквоголовый идет. Ну. Ну, хотя бы так. Смотрите, ребята, а все-таки получается что? Блин. Получается ерунда. Да бомбани ты, ёпрсте. Что ты делаешь-то там? Фух. Жарко здесь будет, я вам сразу скажу, ребят, жарко. Давай я еще вызову одного прыгуна. А что там происходило, ребят? Там какая-то была такая аура. Это спецскилл ульта была от замка. Мне срочно здесь... Ой, просто посмотри, сколько он плодит, ребят, зомбарей. Давай, давай, баллиста, мне нужно, чтобы ты убил чумную мышь. Ага, хрен там он убьет чумную мышь. Или убьет? Слушай, есть, ребята, мы прожали все-таки. Знаете, что здесь немаловажно повлияло? Скилл от нашей мага-воина. Вот этот именно отражение. За счет него, ребята, и ведьма себя убила, и чумная мышь. По крайней мере, мне так показалось в этой суете. Я сильно так не вглядывался, но вот почему-то так показалось. Ну что же, ребята, 22 карточки пряничного домика мы с вами зарабатываем. Кстати... А, ладно, давайте пройдем, потом уже будем смотреть, что у нас там открылось и что нам там доступно в тренировках и так далее и тому подобное. Так, выбираем опять же ту команду, ребят. Я вам скажу, она неплохо заходит, но ведьма вражеская все-таки, да, имбовая. Тут уж не поспоришь со своими этими. Я думал, ребят, она меня передамажит в плане того, что зомбики, которые выходят, да, которых она плодит, они могли передамажить меня, и, соответственно, когда зомби убивает какого-нибудь противничка, ну, нашего, например, да, то он воскрешает еще одного зомби. То есть эта армия зомбарей может просто раздавить всех и всяк, и не поморщившись. Вот этого я испугался почему-то. Поэтому мне пришлось, ребят, там использовать ускорение. Но оно, как видели, не особо хорошо помогло. И я не понял все-таки, что этот пряничный домик делает. Что за ауру он такую вызывает. И то ли воскрешает, то ли делает их неуязвимыми. Я так и не понял, честно вам скажу. Так, опс, а вот это вот нам... А вот это вот лишнее, мне кажется. Это лишнее, ребята. Нам не нужна здесь никакая чумная, блин, мышь сраная. Так, давай, 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 давай. Есть, хорошо. Хорошо, пока идем. Так, прыгун перепрыгнул. Нам нужно здесь, ребят, баллиста. И, естественно, я включаю ускорение, потому что нам нужно взять офигенное преимущество. Воу! Ты глянь! Вообще, вот, видите, ребят, армия зомбарей. Если ее наплодить, это будет жесть. Это будет жесть. То есть, зомбики вот эти вот, которые воскрешаются, они тоже нашего уровня, 72-го получается.
Ну что же, второй бой прошел вообще на ура у нас, и мы с вами передвигаемся дальше. У нас последний здесь, ребята, бой. Воюем мы с вами за пряничный домик, который мне, наверное, честно говоря, и не нужен. Но мне нужен тот самый опыт, который мы получаем за это дело. Да-да, мы получаем и опыт, и деньги. Так что, ребятули, нравится, не нравится, а нам это нужно. Потому что иначе будет дальше просто жесть. Я никуда не смогу пройти. А вы знаете прекрасно, как здесь очень сложно выживать. Тем более на таких уровнях, которые против меня выступают 79-е, 76-е, 74-е, да, и кончая 82-е, 83-е, при моем-то 72-м, но это ни в какие рамки уже не входит, ребят. Так, все, я сейчас, наверное, буду вызывать ведьмочку, пока этот корявый дойдет. Да, ту же самую схему я, наверное, врублю, потом мы активируем ульту. Ну и дальше уже, наверное, маг-воин пойдет. В общем, все по старой схеме. Ага, вот он вызвал. Вот он вызвал. Мы с вами делаем вот так и вызываем. Ага. Ну. Давай. Оп, отлично. Когтистый, ребята, с удара снес чумную летучую мышь. Для меня это какой-то нонсенс прямо. Естественно, я ускоряюсь, чтобы как можно быстрее тут все это дело пробить и захерачить его на замок. Да. Ай, красота. Ведьма имба все-таки. Не перестану ей удивляться, ребят. Ну что же, 7 карточек мы с вами получили этого пряничного домика. И теперь можно отсюда смело выходить и смотреть, что у нас тут в тренировке. Ну, во-первых, с тренировки мы заберем своих всех бойцов. Это понятное дело. Они уже тут натренировались, как говорится, от души. Надо теперь нам ждать, когда у нас будет 80 уровень, чтобы нам открылась еще одна тренировочная. Опачки, ребята, кто-то в армии у нас сейчас появится. Кого-то мы сможем проапать. Так, давай зайдем в магазин. Бесплатно у нас тут хилбот дается. Ладно, фиг с ним. А кто же в армии-то у нас тут, а? А ну-ка. Ах, понятно. Слизень Морпех, ребята, получает у нас вторую звезду. Неплохо, неплохо. Потихонечку паренек растет. Возможно, когда он получит четвертую или третью звезду, мы его возьмем в основной состав как дальника. Потому что он тоже довольно неплох. Ну, вы посмотрите, ребят, ну, 300 карточек не хватает. Тут вообще 50, грубо говоря, да? То есть они все около того, вот 914, тут вообще мелочь какая-то. Баллисту можем скоро с вами прапать. Ой, когда они получат фул звезды, у меня прям душа успокоится, ребят. Вот серьезно вам говорю. Но почему-то вот таких у персонажей нам не выпадает, с которых вы можно было выбивать эти карточки. Ладно. Тут вроде бы у нас как все, да, рейтинг пока еще это будет на следующий день, потому что у нас начнется март месяц, соответственно, все это сбросится, и мы будем с вами начинать все с самого начала. Ну, а у нас здесь сколько карт, ребят? Ой, мы... А, так мы только перешли, да, на этот... Да, ребят, мы только перешли с вами на эту карту, на этот портал перелетели, и все у нас... С самого начала. Хорошо, давайте, у нас здесь сундук подданных, значит, здесь у нас будут людишки. Людишки, и, соответственно, мы против них... Ого, смотри, 74-76 уровень. Да, будет нам здесь бобо, мне так лично точно. Так, ну что, я думаю, наверное, вот этих вот ребят... Не, погоди, не вот этих вот, потому что здесь будет спам. Здесь у них черный рыцарь, да? И фехтовальщик, скорее всего, вот этих мы возьмем с вами, потому что у нас здесь есть Ронин, который может дать достойный ответ этим всем мечникам, всех этим фехтовальщикам. Тем более он на скорости, если он будет выходить в истерике, вы знаете. Так, я рискнул вот так вот, ребят, сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зря, давай. Давай, прикрывай тылы. Жух, вот так вот. Это делается, ребята. Вот так вот делается это все в бравой команде. Спасибо за карточку. Ага. Ну, а когда у меня, извините, ребята, выходит маг-воин, то тут все, мы просто с вами в куражах. С отражением-то, с ионом. Это вообще просто... Просто блаженство смотреть на то, как проигрывает враг. Я делаю ускорение, ребят. И вот она, первая наша победа. Ну, вы знаете прекрасно, что это у нас разминка идет. Начинается самая такая жесть где-то со второго, с третьего уровня. Ну, опять же, не всегда, блин. Так, кто у нас тут прибавляется? Да, в принципе, ничего страшного. Ребят, добавляется только лишь один копейщик, который сейчас сразу же будет получать люлей. Так, мы с вами будем потихонечку расти. Так, ага.
Ну что ж, я думаю, надо проверить, ребят, как будет Ронин. О, да, конечно, Ронин тут будет себя вести вообще великолепно. Смотрим. Вы посмотрите, просто по дамагу. Он переплевывает всех их, ребят, всех абсолютно. По дамагу. Несмотря на то, что у него уровень на 2-3 уровня меньше он. Слабже. По красоте. Знаете, что еще хочется вот в этой игре? Чтобы придумали какую-то систему артефактов, чтобы можно было на своих персонажей вешать там, например, какие-нибудь колечки, мечи, щиты. Ну, было бы прикольно вообще было. Так, отлично. Робот, робот, куда ты там? Ой, ей-богу, ребята, не хотел нажимать. Блин, заговорился и нажал нечаянно. Ну ладно, получили немножко с вами дополнительных денег. Ну что же, тут у нас добавляется лучик. Кстати, есть возможность вот с этого персонажа нафармить немножко карточек, если нам повезет. Кстати, а почему бы нам не взять вот этот отряд? А ну-ка попробуем. Я хочу попробовать, ребят. Здесь я буду големом спамить. Они спамят, и я буду спамить големом. Так, 175, да, он стоит. Или можно... Да, можно дождаться, кстати, Джаггера. Наверное, я вызову Джаггера все-таки. Мне как-то он сподручнее, ребят. Ой-ой-ой-ой, а что так слабенько? А что так слабенько? Джаггер, ребят, все-таки уже проигрывает, потому что у него... Ну, мощей маловато как-то. Блин! Что творится-то тут? Эй, успокойся. Мечник, я сказал, успокойся, блин. Хорошо, давай попробуем так. Тыч! Нормуль, понравилось вам, гадюныши? От... О, карточки фехтовальщика, неплохо. Оу, в кого стреляет? В голема, да? Хорошо, пускай стреляет в голема. Сейчас, ребят, мы их там раскурочим их всех, поверьте мне. Просто запинаем. Ха-ха. Да, я думаю, тут можно ускорение ставить спокойно, ребят. Потому что тут победа уже будет за нами. Тут уже ничего никто не сделает. Ну. Да. Отлично. Ну, первый этап, я думаю, у нас так и пройдет с вами. На изи. Так, что у нас тут? Ох, 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 ты, ты посмотри. Тут уже, блин, ребят, надо вот этот отряд, отряд возвращать. Потому что здесь уже бандит, разбойник возвращается. Да и вообще как-то тут... Неспокойно такая обстановочка у нас предвидится. Ладно, давай проверим, кто кого передамажит. Надо будет обязательно контрить, ребят. Постоянно контрить этого мелкого разбойничка. Он хитрый жук, я знаю прекрасно из-под тяжка. Вот он, вот он, вот он. Вот он идет, идет. У меня есть, ребята, чем прикрыться в данный момент. Сейчас он в инвиз уйдет. Оп, а тут мы. И такой нежданчик для него. Оп, о, как так? Да, раньше я, ребят, боялся. Без этого вышел. Без истерики у нас вышел Ронин. Ну, он и так неплох. Иди отсюда, копейщица. Что там собираюсь пронзить? О, тихо, 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 тихо. Так, погоди, кто? Обалденно сработало, ребят. Обалденно сработало было против, я имею в виду, разбойника. Я думал, что сейчас в инвизе он пройдет, но у него ничего не вышло. И базу расхерачили мы. Хе-хе-хе. Шик и блеск. Ну что же, ребятули, последний у нас этапчик здесь. Здесь у нас король Икторн. И мы, наверное, здесь что сможем сделать? Да, этим отрядом, да, наверное, мы разрулим. Хотя не забываем, что у короля очень-очень мощная, ребят, такая размашистая атака. Пронзает он практически пол экрана, блин, своим копьем. Ну, это я шучу, конечно, но все равно, он вблизи, очень жесткий. Если он по ведьме, например, звезданет разок, она сразу отдуплится. Это я вам как факт говорю. Во-во-во-во, смотри, смотри, что будет сейчас. Чук! Ну, чук! Вот так вот, малорик. Ронин, ты красава. Я не могу вообще ничего сказать. Просто я пол зарубью. А может быть, он сейчас сам забомбит, а? Ребят, представляете, если он сейчас сам забомбит все? Нет, вряд ли, конечно, ему это дадут сделать. Но было бы, блин, прикольно. На-ка. Ой, не получилось, ребят. Что-то не получилось маленько у нас тут. Вызвал, да, он? Нет, не вызвал. Пока не вызвал, ребят. Так, Рони, давай, выстрели. Блин, он без истерики, ребят. Он без истерики, спокойно идет. Слушай, почему так странно, ребят? Почему этот не выходит, а? Икторн. Я его так назвал, ребята. Герцог Икторн из Мишки Гамми. Иди ты в пень. Тудукает он мне там. Воу, ребят, вот вы видите, что он делает. Он
Такой размашистый удар, конечно, у него небольшая такая пауза затяжная, но он из-за этой паузы, короче, я дуплился. Все, все, ребят, можно смело ставить ускорение, здесь никто уже нам не помешает. Ух, круто идем. Это, ребят, самое начало, вы знаете прекрасно, что тут мы отдыхаем и наслаждаемся игрой, а в дальнейшем будет просто жесть и страдания. Слушай, неплохо, 10 карточек медали короля, плюс 9 голды, 9 тысяч голды. Ну и копейщика. Так, а мы с вами переходим на фабрику. Фабрика нас встречает 76-м сразу же уровнем, да? Вот так вот сказала. Слушай-ка, ну здесь у них кто? Блин, ребята, это же у нас молотильщик, да? При смерти выпускает свою пилу по земле, которая наносит огромный урон. Плюс большое преимущество, что он его может вызывать сразу же, поэтому надо будет спамить, ребята. Точнее, контрить его, наверное, придется нам големом. Я не знаю, выдержит ли у меня голем. Ой-о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 й. Боюсь, ребят, не выдержит. Да зачем я это сделал-то, ёпросте, блин. Тупорылый, а. Нафига надо было вызывать, блин, чумую мышь, когда надо было... Слушай, вот сейчас будут ребята спамить меня вот этим вот барахлом. Они меня сейчас будут бомбить, постоянно причем. Да, я специально, ребят, нажал на ускорение, чтобы, ну, вас лишний раз не томить. Потому что переигрывать этот уровень я в любом случае буду. Да. Лопухнулся, конечно, сам виноват, ребят, если честно. Да и тут такие, блин, эти у нас монстры. Очень дорого стоят. Очень дорого стоят и очень длинный, долгий откат у них. Поэтому что я могу предложить? Могу предложить только одно. Взять... Так, ну вот, ребят, смотрите, вот здесь вот, например, довольно неплохо будет. Здесь у нас черный мечник, который стоит недорого. Здесь же у нас и самурай, который стоит тоже не очень дорого. И причем я, насколько помню, ребята, он довольно неплохо наносит дамаг именно вот этим вот молотильщиком. Посмотрим сейчас. Да, довольно неплохо, но все равно, по-моему, проиграет, да? Нет, не проиграл, ребят, все отлично. Застанили робота. И, соответственно, начинается тут у нас разбор полетов. Вызываем нашего паладина. Кстати, вот паладина, я думаю, как танка, наверное, можно выбирать, ребята, из нашей команды. Он уже как-то не актуален. Ну, мне так кажется, по крайней мере, ребят. Не хочу, конечно, ничего плохого наговаривать на него, но он как-то вот медленный. Ну, то, что вот он бомбит, конечно, и наземные, и воздушные цели, это, конечно, большой плюс для нас. Но то, что он очень медлительный, и щит его как-то не особо здесь помогает, который он вешает, ребят. Вы знаете, да, про какой щит именно я говорю. И как-то уж больно... Погоди, а почему так больно расхерачивают-то нас здесь? Почему так больно? Ну, смотрите, ну вот идут, как наложившие штаны. А у нас... А, у нас, ребята, все, спокуха. Мы можем здесь хоть до потери пульса драться. У нас нет времени отсчета. Че я тут переживаю, елки-палки? Я-то просто думал, что у нас времени тут. Нет, мы можем все спокойно здесь бомбить, пока он не выдохнется и пока он не сдастся нам на милость. Все, все, ребят, я спокоен. Да, конечно, вот это вот не в кайф, когда у нас погибает баллиста вот от циркуляры, но все-таки. Ну, все-таки, ребят. Ну, давайте вы, вот. Обожаю, когда самурай впадает в неистовство. Это очень круто, он не дает врагу пройти. Он просто как живая стена смертельная, которая своим телом закрывает амбразуру. И, как видите, сейчас мы, ребят, с вами сможем забомбить. Я ускоряюсь, конечно же. Вызываем паладинов, вызываем все, что можем. Просто, как вам сказать, вот этими тяжами разбомбили базу. Хотя тяжи против кредитов, это очень тяжело драться, конечно. Тут ничего не поспоришь. Ох, ёх, Коломане. Ну, не было печали, возвращается паук-бот. Хм. Интересно. Тут у нас немножко уже дистанция-то увеличивается, да? Поэтому я думаю, что можно, наверное, уже вот этим отрядом сыграть. И он, в принципе, здесь неплохо зайдет. И я успею, по крайней мере, вызвать себе подмогу. В отличие от предыдущей битвы. Так, кто у меня пойдет? Ну, наверное, первым пойдет все-таки големчик. Или можно... Нет, давай возьмем, наверное... Блин, я даже не знаю, кого лучше взять. Давай возьмем, наверное, вот так вот. Сейчас он его должен, в принципе, с удара снести, ребят.
С одной плюхи, да, он с плюхи с одной сносит этого молотильщика. Так, по красоте. И тут кто-то еще, ребят, добавляется, я уже не помню. Нам нужен плюх... А, бот-паук, конечно же, бот-паук. Который притягивает, оттягивает, удаляет, прибавляет. В общем, махинации вот эти вот делает, нелепые свои. Ну, давай-давай-давай, прожимаем. Отлично, ребят, ураганчик еще к нам бесполезно вылетел. Все, я думаю, можно ускоряться. Ну, сами видите, прекрасно, мы уже у его территории, бьем базу. Никого он здесь вызвать не успеет, фаербол вдобавок. Да. Кстати, я знаете, что подумаю? По-моему, нам пора поменять вот здесь вот нашу базу, которая стреляется фаерболом. В связи с чем это связано? Ну, вы сами подумайте, да, ребята? Один всего лишь фаербол. То есть, в ближайшего врага летит, если они только в кучке будут стоять, только тогда будет КПД высокий. А так, в принципе, никакого толка от этой базы нет. У нас очень много базенок, которые можно раскачать, и они будут очень даже эффективны. Слушайте, смотрите-ка, ребята, тут у нас получается 77-й, 76-й. Я думаю, справимся. Я думаю, справимся. Здесь три уровня разницы между джаггернаутами. Особой роли не должны сыграть здесь. Вот сильной такой роли. Причем не забывайте, что у меня здесь есть всадник. Всадник очень неплохо контрит джаггера. Тихо, тихо. Сейчас же с плюшки упадешь у меня. Я ведь знаю, что ты упадешь с плюшки. Смотрите. Рррк, и он падает. Шик и блеск. Так, теперь я вызову, ребят, наверное, вот так вот. Чумную мышь. Здесь у нас нету таких вот дальников, там, стрелков или еще кого-нибудь, поэтому я абсолютно здесь спокоен. Так, и желательно, ребят, здесь вызывать вот таких вот побольше летающих юнитов. Я не хочу, чтобы они у меня падали от той самой циркуляры. Так, ну вы смотрите, что происходит. Сейчас мы, ребята, сейчас мы их тут всех законтрим нафиг. Никто здесь ничего не сможет сделать. Отлично, я еще вызову одну чумную мышь, она нам пригодится. Пускай побольше плюет, побольше делает ядовитое болото на земле, и все у нас будет в куражах. А я тем временем, ребят, накопил 500 маны, а это означает, что мы с вами можем в любую секунду вызвать деда. А я, в принципе, наверное, и вызову. Так, ради фана. Давай, дедуль, пошел. Пошел, дедушка. Успеешь, интересно, внести лепту, как говорится, в этот бой или нет? Наверное, не успеет. Да нет, скорее всего, успеет, ребят, смотрите. Подошел. И бум. Отлично бомбит дедуля. И еще раз бум, отлично. И я еще и ускорение ловлю. Эй, где ускорение? Вот, вот оно. Ух. Разобрали и не поморщились. А что они? Они думали, что с лузерком играют? Нет, ребята, они играют с человеком, который уже хрен знает сколько уровней прошел в этой игре. Хрен знает сколько телепортов. Так, а вот здесь уже, кстати, не до шуток нам, потому что мы видим, что хиллбот здесь появляется, и, соответственно, против хиллбота очень хорошо делает свое дело прыгун. А прыгун у нас где находится? Погоди-ка, а где у нас находится прыгун? Так. Ах, вот оно что, ребят, я же его убирал, да, в последний раз, когда мы с вами играли, я его убрал из пачки. Угу. Из пачки, а из какой я его пачки-то убрал? Он у меня, по-моему, вот здесь всегда был, да? Подожди-ка, или не здесь? А, вот здесь он у меня был, у меня вместо чумной мыши он был, точно. А стоит ли его сейчас возвращать, а? Хиллбот будет хиляться, да? Блин. Черт. Ладно, я попробую вначале так пройти, но потом, конечно, у нас не будет варианта что-то изменить, но я возьму другой отряд. И другим отрядом уж стопудово разрулим. Ну, хилбот поганый. Я знаю только одно, ребят. Когда ему некого хилить, он просто стоит. Он даже никак не сможет за себя постоять. То есть защитить себя он не сможет. Вот это плохо. Этот с плюшки, ребят, не упадет. Ага, ну вот, ребят, та же самая схема. Выпускает этого щитобота. Естественно, будет его сейчас подхиливать. Стандартная тема. И еще, блин, тут паука мне не хватало. Мы не можем, ребят, смотрите, пробить. А мы можем вот так вот сделать, смотри. Ух, отлично. Да, отлично, все хорошо пока. Все, ребят, под контролем. Блин, не нравится мне этот бот поукупал. Ух. Ну и все. Нет, не все, ребят, блин, опять этот бот паук. И опять... У него та же самая схема.
Повторяется, закольцованность, ребят. Давай уничтожаем. Уничтожили. Вызываем джиггернаута. Мои плюются, мыши, и это хорошо, ребят. Тут еще фаербол им навстречу прилетел. Еще и ускорение сработало. Да еще и заморозка. Ой, ребята. Это прям бальзам на душу какой-то мне выпал. Вы представляете? Все, как говорится, в одну кучу. И заморозка, и то, и все, и ускорение. И еще и ураганчик, ребят. Ой. Все, тут побед за нами, можно ускоряться. Игра хоть когда-то мне улыбнулась. Спасибо ей за это. Ну что же, а мы с вами переходим на последний этап. И здесь у нас только не термин. Термин, ё-моё, термин. Твою ж дивизию, ребят. Вы знаете, кто такой термин. Вы знаете, что он делает, что он может сделать с любым моим боссом. Блин, я не знаю, что делать. Тут еще и Джаггер 76. В принципе, уровень-то не такой высокий. Ну, 3 уровня разницы, 4. Но термин, как его ловить? Я его в последний раз ловил прыгуном. Прыгун подбегал к нему и начинал его потихонечку разбирать. Есть надежда вот на этот... Кстати, да. Почему бы нет? Ребят, поехали. Если у нас будет срабатывать с вами отражение как можно чаще на маге-войне, то, возможно, термин сам себя убьет. Если сзади не будет его хилять тот самый вонючий пришлый хилбот. О нем не стоит забывать, ребят. Никогда не стоит забывать об этом хилботе. Или же у нас такой есть вариант, что... Не понял, где... Тыкш! Упс. Тут, ребят, не ждать. Вот смотрите, что делать. Смотрите, идет хилбот сзади. Ну, естественно, он будет хилять. Нам нужно, ребят, успеть как можно быстрее вызвать... Ага, вот так мы сделаем. Вот так вот мы с вами сделаем. Джаггер тут, блин, явился, не запылился. Кто его сюда звал вообще? Давай! Упс! Блин, а с джаггернаутом-то, блин, которого еще и хилят. Очень паршиво, ребят, играть. Очень, блин, паршиво играть. Маг воин, выходи. Настал твой час, настал твой, блин, период. Ну! Шух! Не знаю, кого он там шухает, но он кого-то должен шухнуть. Воу-воу-воу-воу. Так, ребята, а вот и сам, блин, термин собственной, блин, персоной. Сейчас начнется расколбас. Сейчас начнется тут, блин, расколбас. Ведьма, куда ты прешь-то? Прям туда, к нему. Е! Вот так вот, ребята, делаются дела. Ага, а вы хотели? Вы думали, проиграю? Хренушки. Отметил я этого термина. Ну, это просто удача какая-то. Я не знаю, почему так получилось. Но он не успел пикнуть. Мы его просто бомбили. Прям в притирочку к нему стояли, и все, и он ничего не смог сделать. А если бы сзади бы стоял бы хилбот у него, он бы его хилял бы, и тогда бы победа не была бы такой легкой и сладкой. Ну что, ребята, переходим с вами на нежить. И нас встречают такие добрые люди, добрые такие вот некро, например, и зомбик. А я знаю, как его встретить. Я выбираю вот этот отряд. Ой, погоди-ка, ё-моё. Хотя ладно. Мы сможем, ребята, с вами законтрить нежить. У меня же есть черный мечник, ребят. У меня же есть самурай. Куда ему до нас? Никуда. И фармить мы будем некро с вами, знаете кем? Да-да, вы правильно догадались. Именно баллистой. Блин, именно баллистой, я сказал. Баллиста, давай. Есть. Опачки, опа, пулечки. Дела-то плохи совсем. Фух, нам повезло сейчас в данный момент. Повезло-то нам как сильно. Ребят, я готов выпустить. Я выпускаю, и она убивает. И все отлично. Все шикарно. Да. Теперь шансов нет ни у кого. И никаких абсолютно. Некро там будет сейчас пыхтеть, что-то там пытаться сделать, но ничего у нее не получится. Да. Раздавим просто-напросто как стеной такой. Ну, ускоряемся и, соответственно, бам... Ой, карточка. Не успел я взять, ребята, карточку. На ускорение не всегда успеваешь среагировать, где там что вылетит и когда. Ну что же, первый этап у нас пройден на ура, и у нас следующий. Так, а вот здесь уже хреново. Очень хреново, потому что здесь появляется чумная летучая мышь ко всему вот этому сброду. И уровень-то, посмотрите какой, 78 и 77. Пипец, приплыли, по-моему, мы здесь. Ну, ладно, если этот уровень мы еще пройдем, то в следующем, наверное, мы точно с вами спекемся. А мне не хочется спекаться, ребят.
Так, ну что, где там? Кто у тебя там? Кто там выходит? Я не пойму, не могу понять. Жду, жду ответа. Блин, да почему ты все время с чумной мыши ты начинаешь? Ну, Палыч, давай, уходи. Твою ж маковку, а. Блин, естественно, ребят, естественно. Он сейчас вот, не знаю, что-то получится. Ай-я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 й. Есть! Вот так вот, вот она. Пошла, как говорится, жара. Блин, некр, тебя тут не хватало еще, а. Угу. Мы застанили их, застанили, якобы. Минус. Так, Палыч мне здесь нужен. Мы продвигаемся с вами потихонечку. Болото это не нужно мне. Так, есть, подбили чумнуху. Давай еще баллисту с вами вызовем. Это, как говорится, для пущей. О, да и мы еще и вот так вот сделаем. Ай, по красоте, ребятули. База-то моя шмаляет и шмаляет без конца почему-то. Почему он так бомбит? Там вроде никого не было, а она все стреляла и стреляла. Короче, ребята, ускоряемся, потому что здесь победа за нами. Вы это сами прекрасно видите. Вы ощущаете это просто-напросто. Как и я. Так, ну что, третий этапчик у нас. Давай глянем хотя бы уровни. Ох, добавляется-то кто здесь? Смотрите, старый знакомый, которого тысячу лет мы с вами не видели. Это радиационный зомби Камикадзе. А у нас энергии мало. Ладно, будем использовать полностью всю. Так, а как же нам быть здесь? Нам надо как-то быть хитрее, потому что он будет взрывать кучки массовые нашего скопления. Поэтому нам придется весь упор здесь, наверное, делать, ребята, на... Ой-ой-ой-ой, вышел-то какой. Какой грозный-то. Нам упор придется здесь сделать на баллисту. Ой, некро. Некро вышло, блин, некро. Давай так попробуем. Я не знаю, ребят, что у нас получится из этого. Да будешь ты бомбить-то или нет? Так, хорошо. Ай, еще и этот идет. Нельзя, 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 нельзя его подпускать, ребята. Да бомбаниты есть. Так, по красоте. По красоте, я ничего не могу. Не могу пока. Блин, зараза идет. Почему не застанили? Опять некро. И вот так вот сейчас и будет, ребята. Гонка вооружений, кто кого, как говорится, передамажит, блин. Сейчас, естественно, мои все в кучу встанут. И вот выходит этот самый радиационный зомби, блин. Который одним взрывом, наверное, будет сейчас всех сносить. Нет? Нет, не снес он всех. Отлично, это хорошо, это нам повезло просто-напросто. Две баллисты мои подошли. И начинается, ребята, атака. Мы вот так вот делаем. Бум, бум, бумс, отлично. Да ё-моё, как они могут пробить-то мою, так сказать, хотел сказать оборону, моё наступление, блин. Так, секунду, 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 не надо буянить. Так, минута еще у нас в запасе есть, я вызываю еще одного самурая. Я вообще хочу, честно говоря, вызвать друидку. Но, по-моему, здесь не понадобится ее сила и мощь, потому что мы здесь... Да, мы проходим, ребят. Ладно, у нас какой-то уровень-то был. Ага, сейчас у нас переходится на предпоследний, у нас последняя энергия, а больше нету энергии нигде. Больше, к сожалению, нигде нету. И здесь... Ох, едрить тебя на корень. 77 уровня открывается Каспер у него, а. Блин, Каспер, чумная мышь. Пипец. Просто пипец, ребят. И у нас последняя с вами энергия. Конечно, этот отряд не... Как сказать? Не расположен противостоять именно вот этой. Блин, он выпустил все-таки. Он выпустил своего говнюка. И вот что меня нервирует этот Каспер. Он постоянно будет летать, постоянно... Нервировать нас. Да-да-да, вот так вот он будет сейчас, ребят, делать. Посмотрим, что у нас сделает Палыч. Ни хрена он, ребят, не сделал здесь. Поэтому вот так вот нам надо будет делать. Ах, сколько он выдержит. Ну ладно, предположим. Предположим, это все. Жалко, что мы, конечно, не можем. Воу, два удара, ребята, и он все, он загибается. Соответственно, мне нет тогда никакого абсолютно шанса вызывать друидку. Или есть, блин. Или нету. По-моему, нету ни шиша. Ай-яй-яй-яй-яй, как же плохо, ребята. Ну, попробуем так хотя бы. Давай еще одного паладина. Ты посмотри, как что происходит, да, ребят. Вы посмотрите, он... Травит нас, что ли, еще чем-то? Я не понимаю.
Если я вызову, например, друидку, она... Блин, да ты посмотри, в этой каше офигеть, что она творит. Я попробую, ребят, я посмотрю, сможет ли она себя отхилять, или моих бойцов. Сколько она получит урона сейчас? Ну, она не так уж много урона она получает. Хорошо, ладно, давай посмотрим, как она будет моих бойцов, если она будет вообще их хилять, блин. Так, вызвали мы тотемы якобы. Тотемчики родные. Ага. Слушай, она, по-моему, она хиляется, ребята. И довольно неплохо она хиляется. Так, ладно, давай. Давай посмотрим, что у нас получится. Блин, давай мне супер удар мой. Супер ульту мою. Есть. Слушай, ребята, она на самом деле хиляется. Не забываем, что она у меня не прокачанная. А время-то 16 секунд. Ой-ой-ой, по-моему, не успеем мы с вами. Или успеем? Ну, да добейте вы этот замок, чертов-то. Упыревский. 4 секунды, ребят. 3, есть. Хе-хе-хе. На последний секунд. Слушайте, ну друидка мне понравилась. Слушай, она хороша. Я, честно говоря, думал, что будет похуже все. Блин, ребят, у нас энергия, к сожалению, закончилась вся. Ну что же, как-то неудачно немножко, да? Последний уровень не можем с вами, блин, пройти. Ой, а тут осталось-то, что? Раз, два. Раз, два. И все. Ой, ребят, мы скоро с вами полетим, наверное, в другой портал. Наверное, я надеюсь на это. Ну что же, а на этом, пожалуй, я буду завершать тогда вот этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы меня поддержите. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Ребят, к тому же у нас вот-вот скоро будет 74 уровень. Да. Будет, я надеюсь, будет. И надеюсь, мы зададим перца нашим врагам. Кстати, мы можем немножко с вами подхиляться. Немножко укрепить. Я думаю, что друидка, в принципе, заслужила. Есть. Смотрите, ребят, 70 уровень, буквально еще 3 уровня, а она у нас будет по фулочке. То есть, все у нас, ребят, хорошо. Все двигается в нужном для нас направлении. Ну, а на этом все. Всем пока и до скорых видосиков.